Медико-диагностический центр в Кызыле оказывает высококвалифицированную помощь в области детской неврологии. Детский невролог медорганизации проводит все необходимые осмотры ребенка с исследованием функций периферической и центральной нервной системы. При обнаружении признаков патологии назначаются лабораторные анализы и инструментальные исследования. При выявлении заболевания врач назначает курс лечения и отслеживает его эффективность. Врач-невролог медико-диагностического центра Кызыла Галина Графова рекомендует родителям, при каких симптомах и жалобах детей стоит обратиться к специалисту. Такие жалобы, как посинение при плаче, в основном это идет цианоз носогубного треугольника, ребеночек закатывается, может запрокидывать голову назад, наклон головы в одну сторону, все время у ребеночка мамы замечают всегда об этом. Затем могут быть срыгивания, могут быть обильные срыгивания, могут даже срыгивания через нос. Это тоже очень опасный признак. Затем детки могут очень вздрагивать. При засыпании вздрагивают и вообще вздрагивают на резкие звуки, громкие звуки. Так, обычно я спрашиваю, есть ли тремор подбородка или тремор ручек и ножек. Ну, в основном вот такие икота после срыгивания тоже очень важно. Метеоризм, то есть вздутие животика. Повышенный тонус или наоборот ребенок очень вялый. Вялый и плохо сосет. Такие в основном жалобы – это первостепенно то, что может насторожить маму в том плане, что необходимо посетить врача-невролога.